Бао, всем привет, топчики, с вами Димон Про. Сегодня будет полный разбор трейлера новой главы «Черная кошка» в игре «The Baby in Yellow». Давайте же мы будем сейчас смотреть сам трейлер, а потом его разбирать. Как-никак, хочу объяснить вам еще и начало главы. Начало главы будет начинаться с того, что мы на лифте приехали на этаж, где есть квартира ребенка в желтом, где мы можем там побывать, походить везде. И, короче, там же мы, короче, идем, и все начинает рушиться. Мы заходим в квартиру, его нет вообще, никого нет в доме. Все тоже начинает рушиться. И мы замечаем наверху, на втором этаже, как раз кошку черную, и мы за ней следуем. И она нас заводит на чердак. Мы идем туда, потому что мы никуда не можем войти, а только именно в чердак. Заходим в чердак, а ее там нет. Но можно увидеть картину, где она изображена. Мы подходим, и все. И нас выпихивает что-то сильное. Короче, какая-то неведомая сила нас пихает, и все такое, все искры везде. И, короче, нас как порталом затягивает, короче, в эту картину. И мы сзади можем увидеть ребенка в желтом, который смеется. И мы попадаем как раз в то измерение, где живет как раз черная кошка. Походу, это ее измерение. Где там, короче, такой... Где, короче, такой мир с бездной. И как раз посередине этого неизвестного измерения можно увидеть, так сказать, остров, который парит с домом, но мы начинаем с подвала этого дома. Так что, ну давайте же мы будем продолжать. Ведь я хотел как раз сделать реакцию на этот трейлер и разбор его. А это я вам только объяснил начало главы. Ладно. Если у меня будет время, то я завтра сниму вторую, вот эту новую главу на канал. Ну, стрим начну там. И буду пытаться ее пройти. Если не получится, только видео, значит, сделаю. Ладно, продолжаем. И да, когда мы начинаем вот эту главу с того подвала, когда мы как раз выпали из картины. Ну и попали в это измерение каким-то образом, то мы встречаем кошку, которая потом нас ведет как раз почти на выход этого подвала. Продолжаем. Ну и да, у нас в игре будет компаньон, робот, которого нужно сначала собрать, и он нам потом будет пригодиться и в некоторых случаях использоваться как ключ, чтобы что-то открыть. И да, ребенок в желтом тоже попадет в это измерение, тоже с помощью картины, он там появится. И все же от него будут проблемы, ведь это место запрещает ему быть там, потому что там можно увидеть картинки, где нарисован ребенок в желтом и перечеркнут. А значит, это измерение, где его никто тут не любит, потому что он может тут такое устроить, как-никак он и в монстр превращался.
И да, в конце мы можем услышать запись, аудиозапись, где какой-то человек нам что-то рассказывает. И в этой главе мы вот этих видео-раудио мы будем слышать. Аудиозапись, точнее, в игре. И это аудиозапись чумного доктора, да. Тот самый чумной доктор, которого мы видели. Ну, игрушку его, по крайней мере. И он тут сам окажется. Это тоже такой новый персонаж в этой игре будет, который, думаю, нам тоже помогать будет. И мы его могли услышать еще, когда мы только начали проходить игру. Ну, с плохой концовкой, что этот ребенок желтым забрал нас в ад, как-никак. То мы там как раз эту аудиозапись могли услышать, и это был его голос. Ну что же, давайте же будем сейчас разбирать как раз тот самый трейлер. Начало главы, что мы видим, нас встречает тут кошка и ребенок в желтом. Но в игре его там не будет сначала, он там окажется в картине, и когда мы будем уже чинить лифт, ну точнее будет робот чинить лифт, потому что ну, сначала нам нужно его собрать. То там будет, то из картины потом вылезет этот ребенок ребенок в желтом, и потом будет творить тут хаос, как всегда. И тоже черная кошка нам будет путь тут делать, в этой канализации, так сказать, нам продвигать. Да, когда мы попадем уже в этот дом, чтобы открыть тут главную дверь, как-никак, в которую мы войдем в комнату, где можно создавать зелья разные. Чтобы открыть эту дверь, тоже нужен наш робот, чтобы ее открыть. Комнатка большая с открытым вторым этажом. Ах ты засранец, ребенок в желтом. Не трожь нашего компаньона в игре. И вот эта вот хренотень будет еще крутиться. И этот купол, ну то есть как купол, вот этот шарик тоже опасная вещь. То, что, ну, вообще тут нормальное, типа, тут облако в этой вселенной нормальное, когда тут появился ребенок желтого, он его может сделать адским, как будто чтобы это измерение было адским, и хаос устраивать. Из-за этого он не должен тут оказываться, но оказался каким-то образом. И тоже нужно убегать от монстра ребенка в желтом. Этот купол опасен, и его лучше не открывать, но он, как всегда, его открыл. Вот тот самый дом со вторым этажом, где крыша — это купол. И молнии идут, да, в стилистике ребенка в желтом. Это маски чумного доктора. То есть, ну, это измерение, походу, все же чумного доктора. И сам этот дом, это его дом, мне кажется. А черная кошка — это его животное, тоже необычное. Потому что оно тоже, думаю, ну, его просто животное. А это его сам дом, мне кажется. Это его все измерение. И этот персонаж в концовке, типа, нам еще говорил, что лучше бы вы его сюда не впускали, в это измерение. Что же вы наделали? Да. То есть, оказывается, что нам лучше не... Что мы опять все сделали наперекосяк, и он теперь оказался в этом измерении добром. И за него теперь хаос творится, и надо его как-то одолеть, этого ребенка в желтом. Ну, а сам этот чумной доктор — хороший персонаж. Я думаю, будет. Ну и сам тоже, я думаю, хороший паю. Потому что, ну,
Не, по себе он выглядит норм, вроде немного стрёмно, но можно это привыкнуть потом. Соединяем зелье, чтобы получить, ну то есть цвета, да. Совмещаем, чтобы получить как раз сам основное зелье. Ну а некоторые зелья, чтобы посмотреть, как будет выглядеть ребенок в желтом, чтобы он смешно выглядел. Закружилась голова. Короче, опять чертовщина в доме творится. Весь ребенок желтым горит, ему весело. Ну, короче, все. Ну, прикольный трейлер. Будем, конечно, ждать, когда эта игра выйдет уже на Android, чтобы как раз можно было ее, ну, устроить стрим, где я буду пытаться пройти игру. Ладно, пока что будем заканчивать. С вами был Димон Про. Всем пока-пока.